Всех приветствую, друзья. Значит, находимся мы в данный момент на притоке Дуная. Как видите, порт. Итак, решила все-таки попробовать порыбачить, но очень и очень аккуратно. Я немножко уже местность эту изучил, походил, побродил, время было пока мне еще не на работу, с понедельника. Нашел такие места, заросли, что у меня меньше будет там видно. Попробуем аккуратненько. На рыбу я не голодный, просто ради интереса. Ну а штрафы тут, конечно, не маленькие. Я бы сказал, но точно не знаю. Сказали большие. Вот. Ну, немножко дальше приобретем лицензию, экзамен. Мне помогут сдать. Это в планах все. Уровень воды очень сильно упал, метра на 3-4. Ну, когда зор будет снег расставать, вот, все оно сюда, и водичка наберется. Вот, друзья, уже разлив Дуная. Тут все так закручено, там идет течение. Баржа. Что оно такое? Полина. Название Полина. А, Полива. Полтава даже. Да, Полтава. Полтава. Знаешь? Да, наши. Украинский флаг у нас, смотри, за. Наши, да. Ага. А что мне здесь делают? Ага. А, из Черного моря, я понял. Итак, друзья, закинул фидер. Товарищ спиннинг. У товарища червячок, кук. У меня кукуруза и картошка. В общем, посидим немного. Посмотрим, что оно. Вот Дунай также. Это уже более такой разлив. Мы сейчас вот там сидим на спиннинге. Но течение очень большое. Оно, видно, даже закручивает воду. Ну, здесь и подлящик, лящик, и сазан, и тарань. В общем, разновидностей рыб очень много. Человек рассказывал. Так, друзья, поменяли место. Тут такой выступ, он немного режет течение, такая заводь, и мы попытаемся сейчас вот этой заводи бросать. Друзья, червячок, кукуруза и кашка. Забрасываю. Так, друзья, вот первая пойманная рыбка на варыш. На его, пучок какой, большой, поближе его, вот. Затащил под камень, еле вытянул. Товарищ также не может пучок затянуть, но у него дальше. А червячок взял. Ну, уже первая есть. Супер! В общем, друзья, идем уже домой. Бычок клюет, затягивает за камни. Товарищ он кормушку оборвал. Вот. Я пару бычков, еще одна такого вытянул. И все. Рановато еще. Рановато, вода не прогрета еще. Вот. Когда вода прогреется, вот, товарищ, который уже здесь очень долго, говорит, тут и лящи, и, в общем, вся рыба, вся тут. В общем, прелесть. Ну все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал «Вокруг водоемов». А всем ни хвоста, ни чужих.